звати? Представся, якщо не секрет. Зовут Сергій, 22 года, сам із Києва. Приїхав жити в Вінницю. Коли? Чому? Приїхав изначально. Девочка появилась тут, отношения. Ну, расстался потом. Понравился город, до этого тоже был здесь. Вот. Работал до этого в полиции. Кем, чем, коли? Работал в полиции охраны где-то около полугода. Но потом поменялись планы и мнение про полицию. Уволился. Вот. Пригадаю цей день, випадок, коли це все відбулося, ти став мега популярним і відомим. В плані дріфта? Так. Так як? Який це день був? Четвір? Що таке? Та їхали днем, були в центрі. Заїхали спочатку на Макдональдс, під'їхав друг. Ми ж тут постояли, кофе попили. Он что говорит, давай ты там на школе, говорит, давай, бочком дашь. Я говорю, ну хорошо. Заехали, сначала дал на школе, на лицее, потом мы что развернулись, поехали, я говорю, давай сюда, типа заеду. А я секундочку перебью, а ничего, что ты заехал на территорию школы, там где были дети? Нет, детей не было. То есть я изначально то есть смотрел то, что ну, не было детей, это было уже 3 часа дня, когда дети закончили то есть учебу, и на территории никого, никто не находился. Находились дети, которые сидели в классах на продленке, там еще. Что значит бочко? Ну да, це ну, як? Кругом дрифтанул или как. И что дети, как на це спостерігали? Да как, дети снимали типа с окна, но по слухам там мне говорили то, что один ребенок, который в школе, в лицее-то и учился, он выставил это видео, его там выгнали вроде со школы, что-то такое, то есть из-за меня. Ну и почему, я не знаю, причем он здесь. Після школи вирішив на Ліверпуль. Взагалі, що це за місце, ти знаєш? Ліверпуль? Так, ні. Толком я не знаю, що це за місце. Обичне. І ти заїхав, і що? Ну, как бы туда не было никакого запрещенного доступа заехать и так далее. Вот, как бы там находились и глависты, и ракеты. Вот, поэтому людей там тоже не было в тот момент. То есть были бы там люди, я бы туда не заезжал. Вот, вреда я никому не собирался нанести и так далее. Скільки було кругов? Рахував? Сколько кругов? Та около 5-6 где-то так. И як ти спостерігав, що за тобою спостерігав? Ні, я не смотрел, потому что в этот момент я все внимание, то есть на то, чтобы никуда не влететь, и людей нигде не было. Ти в салоні був один? Нет, не один. Зрозуміло. Ти казав про те, що тривалий час займався професійним екстремальним керуванням автомобілями. Так, так, так. Розкажи про це і що саме ти робив. Чи є в тебе це документи, що ти дійсно... Є, звісно. Є у мене документи, є у мене сертифікат про те, що я закінчив школу екстремального вождіння в автошколі «Чайка». На права я не здавав. Я права купил, то есть открыто могу сказать. Но до этого я ездил там и без прав и так далее. Но за рулем вообще я с 11 лет где-то. То есть отец меня научил ездить. У меня появилась тяга к вождению. Вот, и, то есть я пошел потом в лет 19 в автошколу. То есть мне всегда было интересно дрифт, там экстремальное вождение и так далее. Так чему ж ты купляв права? Почему купил права? Потому что я понимал свои навыки. Мне не было смысла, чтобы меня кто-то учил с автошколы. Там просто находятся люди, которые в возрасте, которые, не знаю. Тобі было сумно и не цікаво этим заниматься? Да. Это было неинтересно, мне было интереснее. То есть, ну, я понимал то, что я умею ездить. А в каком классе? То, что я знаю правила дорожного движения какие-то там, вот, главные, основные. Вот. Больше мне не надо было.
Ну, коли ти саме купив права, якщо пам'ятаєш, за скільки? Права я покупав 8 тисяч через знакомих. Коли це було? Рік, два, 10 тому? Це було года 4 назад, 3. Це було в Києві? 18 мені якраз стукнуло, я вже типа, заплатив, сказав, що мені нужні права. Виїжджаєш ти після Ліверпулю, проїжджаєш буквально скільки, і до тебе під'їжджають правоохоронці, так? Так, я їхав в сторону, я в зубному тоді збирався за запись. От. Я їду, мені на встречку, тобто мене вирізають, грубо говоря, я не нарушав вже нічого. Вони включають типу, красно-сині, вирізають мене. Говорять, та ти там типа, нарушав, твоя машина в орієнтировці, права документи. Я говорю, з чого? Ну, по суті, типа, факту нарушення, коли вони мене встановили, вже не було. Говорю, то, що там хтось дрифтив, типу. Я почав отнекиватися просто. Говорю, типа, не я, вищити того, хто є. І все. Ну, вони тобі ще говорять про те, що ви маєте прибути до управління поліції. Розкажи про це. Що ти відповідав? Вони зі мною настільки борзо общались, вот. Он, я говорю, можна, типа, ваше удостоверение і так далі, є відео. Он мне тыкает его в лицо, говорит, на, типа, ты посмотрел, там, далее, говорит, что фиксировать, типа, на видео ты не будешь. А вот, изначально у него не было нагрудного жетона. А вот, и, ну, в общем, ихнее поведение было, то есть, дало свою реакцию. До того, як ти прийшов вже до управління, ми повернемося, а от буквально за півгодини після цього дрифту, на Соборній, ти став відомий, так? Тебе почали, можливо, там пізно. Ні, почали писати вже на наступний день. Тобто утром я побачив Facebook і так далі. Першим ділом типу, почитав коментарі. Як ти себе відчув, про що ти подумав? У мене не було бажання стати каким-то відомим і так далі. Я просто туди приїхав, тобто, ну, хотів, щоб люди посмотрели, так. Ну, взагалі, ти часто дрифтуєш по Вінниці, наприклад? Вообще часто. Ну, по Вінниці нет, так що не часто, но вообще часто. Ну, ти почитав думку вінничан, тому що тут невеличке місто, ну, в якому не звикли до подібного. Це не Київ, наприклад, чи там Харків. То які були твої думки не тільки про те, що там це диванні експерти тебе обговорюють, а загалом, можливо, ти змінив свою думку в чомусь? У людей просто, знаєте, таке, от вони сидять, типу, виписують коментарі. На самом деле, ці ж люди там можуть завтра проїхати на красний, не включити це повороти, то есть самі не нарушають. Люди просто настільки стали негативні, вот, то есть їм уже що не даш, вони к этому будуть відноситися негативно. Вот і все. Ну, ти взагалі для себе змінив думку, що ну, краще знайти якесь там тихе місце для того, щоб дрифтувати і проявити свої вміння такого керування? Чи ну, що для тебе, можливо, змінилося? Тому що я буду так от казати так, як є. Я коли це побачила, я готова була тобі договорити дуже багато неприємних речей. Понятне діло, що робити я так більше не буду. Вот, но мнение людей же иначе. Они говорят то, что вот, мы ему не верим и так далее. Как мне изначально говорили, что я там под кайфом, наркоман и так далее, хотя наркотические вещества я не употреблял никогда в жизни. Вот. А пьяным за кермо сидав? Нет. Как раз таки вот этот момент. Момент чого? Тебе поясни. Где-то, как мне сказали, то, что вот полиция сказала, что меня месяц назад лишили, а это было около 4 месяцев назад. Вот. Судья, я пришел в суд, до этого у меня была машина X5 BMW. Вот. Меня останавливает полицейский. Я был без номерного знака. Он выходит, говорит, ты тут типа будешь стоять, я остановился прямо на светлофоре. А он мне говорит, типа, то, что я неадекватно себя веду и так далее. Он мне начал говорить, что я пьяный. Вот. Понятное дело, человеку, если ты будешь говорить клевету, то человек будет на это негативно реагировать, ему будут нервы сдавать. Вот. Я начал доказывать обратное, то, что я трезвый и так далее.
Я говорю, давайте сюда драйвер. Я говорю, без проблем, я готов все сдать. Он говорит, оставляешь тут типа машину. Говорит, мы едем на освидетельствование. Я говорю, хорошо, без проблем. Говорю, только перепаркуйте мою машину, потому что моя машина сейчас в данный момент нарушает правила дорожного движения. Она стоит прямо по, ну, по центру дороги, прямо по светофору. Вот. Говорю, где, кто понесет ответственность за то, что я сейчас поеду на освидетельствование, моей машине пробьют колеса, я приеду сюда. Может, и машины не будет. Он мне говорит, мне все равно. Говорит, то есть ты типа берешь, закрываешь ключи, типа едет. Говорю, да нате сами ключи, говорю, возьмите, перегоните, можете сесть со мной, я не знаю. Говорю, просто перегнать ее, там не можно стоять. Нет, нет, по итогу он решил, что я отказался. Он мне выписывает протокол 130 статьи. При этом там тоже протокол был не по нормам законодательства написан. Ну вот. Я к ним подходил, я говорю, можно мне медицинскую помощь? Я начал стучать в окно. Вот. У меня, ну, немного плохо, да, было. Они ноль реакции просто давали. То есть я стучал в окно, говорю, можно мне там медицинскую помощь? Они просто сидели, его напарница просто сидела в телефоне в Инстаграме, клацала в Телеграме. А вот он просто сидел, писал там, что протокол заполнил. Вот и все. 42 тысячи, чи скільки тобі зараз виписали? Сейчас мне выписали 40, да, около 42 тысяч. Вот. Як плануєш виплачувати, коли? Чи будеш легал? І сейчас буду с адвокатом, буду судиться в любом случае, потому что если я докажу то, что все-таки то, что я был тогда не пьяный, то есть уже можно будет отталкиваться от этих, что я был без прав. А те, що ти був без прав? І зараз? Ну, 4 місяці тому в тебе суди були через те, що по 130. Я прийшов в суд, я дав судді бумажку, тому що, коли мені виписали от этот протокол 130, я сразу же поїхав в этот, не в диспансер, как это называется, сдать нарко. А вот, я вызвал полицию 102, чтобы при них все сдать. Мне показало ноль, у меня есть все документы типа, по этому поводу. Они сказали, все ок, они зафиксировали, они уехали. На следующий день я прихожу в суд, я даю судье вот эту бумажку, она даже глазом не моргнула. Она ее просто кинула, говорит, ты лишен, типа. Я говорю, в смысле? Потом вроде как что-то там не доказали, они, все-таки я был трезвый, никто меня ничего не лишал. Я написал письмо в суд, на судью. Они тоже проигнорировали, мне никакого ни ответа, ничего не пришло. Ну и по итогу я узнаю, типа, то, что вот у меня не было прав. Я не знаю, как они там поступили, что они сделали, потому что за день до вот этого всего, перед Ливерпулем, за день до этого меня останавливала полиция, и речи никакой не шло вообще, то, что у меня нету прав и... Ти 4 місяці не знав про те, що ти позбавлений прав. Ні, 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 ні. Мені ніякі ні письма, нічого не приходило. Твоя реакція, ти прийшов на запрошення правоохоронців, і тобі говорять, про що і як ти на це реагуєш? Я прийшов з цілею туди, то, що я осознав свою вину, вот, то, що я був готов ці два адмінпротоколи отримати, заплатити їх, без проблем. И все, то есть и забыть это. Потому что, ну, я считал себя виноватым, да, я поступил неправильно. В какой-то мере я должен понести наказание. Но это, вот эти два админпротокола, это справедливо. Но по поводу 130 и типа без прав, это, ну... Тобто, іншими словами, за цих, по цим двом админпротоколам ти заплатиш штраф? А по решті будеш розбиратися разом з адвокатом. Так, так, так. Добре, як ти зараз живеш, ти на машині, без машини, як живеться без прав? Без машини я їжджу, тому що машина, вона взагалі не моя. Свою машину я продав, от. У мене в планах тільки купити машину. Машина знаходиться там зараз, ездит, потому что въехал знакомый взад.
в задний бампер, и ее собираются делать. А вот, как ездить без прав? Да не буду я ездить. Ты будешь пересуватися тролейбусом, друзі, таксі. Таксі знакомі, ну, як і всі люди. Кажеш, що хочеш купити нову машину, про яку йде мова? Що в тебе в планах? В планах? В планах марки, типу? Ну, в плані марки. БМВ, наверное. Які? Какое? X5. Знову, так? Ну, так, опять. Ну, поновее. Ну, добре. Давай тоді тепер зайдемо на тему грошей з твого дозволу. Для тебе боляче заплатити, от, наприклад, ці штрафи? 40 тисяч? Так. Ну, звісно, тому що, ну, мені 22 роки. Даже якщо хтось там думає, що я там чий-то синок, то глубоко ошибаються ці люди. Я із звичайної сім'ї. Ну, тоді розкажи. І 40 тисяч для мене заплатити – це не маленькі гроші. Ну, давай тоді, ти тільки що сказав про родину. Давай, може, про родину. Хто батько, хто мати? Мама у мене вмерла в 15-му році. У мене є мальчика і у мене є отець. А вот, отец у мене водителем працює. Мальчика у мене там працює в магазині одежди. Вот. Есть водный брат, он, ему 17, поделять, что такое. Я с ним не общаюсь только. А он в Днепропетровске, знает, что учится, живет там. А с батьком ты взагалі спілкуешься? С отцом? Мы с ним не можем найти контакт вот после того, как раз когда мама умерла. А что осталось с ним? Сколько тебе было років? А, мне было на тот момент, сейчас скажу, 15, вроде 16 лет, что-то такое. С мамой что случилось, скорее всего, у нее просто передалось от отца, вот, потому что у нее отец заболел, не помню, склероз, как-то там что-то такое, худеть начал очень сильно. Вот. Ну, у мамы то же самое это началось. Может, ты себе в чем-нибудь винишь? Себя? Тебе, я дивлюся просто по твоєму погляду. Ну, не знаю, наверное, если бы мама не умерла, то, наверное, многое в жизни бы могло бы быть не так, как сейчас. А скажи мені, будь ласка. В плані, типа, армії, там, пойти ще щось. Давай з такої теми дуже сумної і болючої. Про армію. Я знаю, що ти захисник. Ну, так. Да. Ну, розкажи про це. Де ти був, коли, чому, як? Підписав. Пішов я ізначально в коледж. Поступив я в Києві, в Київський коледж зв'язі. Поступив я на програміста. І система обслуживання зв'язі. Що таке? Спочатку у мене була тяга. Пішов я туди взагалі від друг. Был знакомый тогда, очень хороший, с моего дома, говорит, вот, классный колледж, поступай туда. Я говорю, хорошо, окей, подал документы. Какое-то первое время, да, была тяга там учиться и так далее. А вот, потом я что-то перестал. После мамы, вот, когда как раз умерла, у меня перестала тяга учиться, еще что-то. То есть я не думал вообще про учебу. И как-то в жизни все так пошло, я думаю, типа, перейду я на заочный, подпишу контракт. И пойду в армию. Вначале собирал документы. Я пришел так в Киеве в военкомат, говорю, я хочу на контракт. Они на меня смотрят с такими глазами, говорят, ну, ты первый, кто там этот, хочешь на контракт пойти. Я говорю, ну да. Они мне дали анкету, там в анкете типа было указано то, что хочу ли я там ехать, защищать целостность, короче, волос поехал, а то. А я говорю, да, там поставил галочку, собрал документы, меня забрали в учебку.